Всем привет, дорогие друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Game Time. С вами Иван Милованов, и мы продолжаем проходить Южный парк Палку Истины. Недавно я вот тут покопался в способностях и нашел, что, оказывается, мы можем новые способности, как бы такие, делать. Вот прокачали грабеж. Я решил прокачать так. И давайте все-таки, раз зашли уже в эту фигню, давайте посмотрим, что у нас есть. Карт, находки, группа. Группа нам пока недоступна, видимо. То есть позже, наверное, доступны будут бои. Так, вот, да, может что-то можем прикупить. Волшебная палочка. Серповидный меч, кинжал. Угу. Еврейский посох, так. Сабля воина. Я даже вот прям не знаю, что делать. Кинжал Криса, по идее. Да, по идее, да. Давайте его купим. Дальше. Продать надо. А, так, кинжал Криса. Нет, 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 нет. Эликсир мы тоже оставим. Имидж. Вот. Продать и продать. А, так. Может, еще что-то можно купить у тебя? Наш дорогой друг. Так, купить. Да, вот. Снаряжение. Шлем Клайда. Можно купить, он нам... Нет, пока оставим. Он нам не нужен. Имидж. Тоже пока не нужно. Потребляемые вещества у нас и так своих есть. Оружие на ремнях нет. И нашивки для костюмов. Нет. Какой-то баг был небольшой. Выходим из Купакипа. Как его называют. Что-то вот, загрузка идет и ничего не понятно. Вообще игра, я так понял, очень сильно еще не доработала. Так, ключ от дома Баттерса. А, это мы все равно, мы же, да, мы до сих пор в доме Картмана с вами находимся. Теперь у тебя есть задание, требующее визита в город. Нажми, чтобы открыть карту мира. Угу. Ну, это попозже. Так, для начала давайте хату Картмана обследуем. А туда нельзя? А, не, можно. Всегда можно. Так, это... Я не думаю, что они станут здесь сшиваться. Ничего. Ну, понятно. Как обычно. Так, здесь у нас что, открыть можно? Можно. Так. Вот. Значит, давайте у Картмана возьмем деньги. Ну и все. Пока нам ничего не надо. До остального. Так, что это? А, рыбки. Самые обычные рыбки. А, и... Да, чуть не забыл, мы же бегать умеем. Ну вот сюда, я думаю, вообще заходить было, не надо было. Так. Ага. Это мамани. Ух, трусы. Что? Понятно. Понятно. Там вы... Дилдаки. Так, трубка для крека. Лиловая краска. Дилд-молочник. Бля. Все понятно. Картман живет, видимо, только с мамой. А, да, путешествие по его дому захватывающее. А будут забирать только деньги из всего этого. Спит. Тампон для волос Чироки. Так, не. Пока к нам не надо. Здесь, ну, тоже уже все понятно. Максимально. А они туалеты-то похожи во всех домах. Что самое веселое, можем передвигаться, то есть так быстро. Угу. Так, телевизор. Включим. Оставим все как было до нашего выхода. Так,
Благодарим за приобретение комплектов наикрутейшие братцы, супермен, самурай, космонавт со всеми плюшками. Теперь твои плюшки будут храниться в сундуке с игрушками, которые стоят у тебя в комнате. Спасибо, ребят. Па-па-пам. Значит, куда нам надо? На твоем местоположении указывает желтая стрелка. Восклицательные знаки задания. Так, наше задание вот одно. Магазин. Другое. Вверх по улице. Ну, по крайней мере, я думаю, что это магазин. И третье вот там. Самый попер. Так, сейчас открою карту еще разок. Посмотрю, как нам нужно выйти отсюда. Ну, все ли... Ой. Ой, там баскетбольная площадка. Так, короче, пройдем вот так. Потом поднимемся так. И будем уже рядом с двумя заданиями. А их можно вообще разбить? Там крыс, не? Ау-ау, ау-ау. Нет, слушай, что-то мне это не нравится. Тихо-тихо-тихо. Ух, ладно, крыс я трогать пока не буду. Пойдем тогда другим путем, видимо, нам не дают. Спокойно так. Здесь мы были. И здесь тоже, кстати, закрыто. А, ну теперь мы, у нас же оружие есть, да, мы теперь разрушать можем. А, да, вот, кстати, задание, которое было. Флажок быстрого перемещения. Угу, спасибо, Тимми. Можешь ты нас к нашему заданию доставить, нет? К сожалению. Так, это что? Это снеговик. Ага. Понятно. Очередной файт небольшой намечается. А, теперь у нас группа есть. Гнев эльфов. Такой твой бонус к атаке. Получил? Броненосная защита. И, собственно, он одну броню потерял. Так, ох, а что у него есть-то? Целебное прикосновение. Непонятно. Группа. Давайте молот Баттерса. И... Ух, кр... Так, слушайте. Так, нужно порошочек нам с вами использовать. Так, вот где он? Осмотр. А, кровотечение. Отрицательные эффекты. Уязвим к огню, зазубренные стрелы. Так, у нас только кровотечение. Ну и понятно. Да, вот. Принимаем эликсир. Вот этот. А у них вот прям такой полный отряд, могу сказать. Так, ну давайте. Кинжал разбойника. Вот на этого петушка мне не нравится. Ответный удар. И вот это сейчас эльфийский заступник, кстати, тоже может воплотиться. Так, давайте, у Баттерса тоже должна быть особая способность какая-нибудь. Это молот бурь и молот правосудия. Давайте молот правосудия. Ответ, ну да, давайте вот на это. Сбили. То есть надо было подождать. Так, нет, это, по сути, это кто? А, это мы уже. Удар в спину давайте. Да, вот нам маг нужен. Ух, полностью.
Удачная контратака. Так, ты себя, пожалуйста... Нет, целебное прикосновение. Ты сам себя подлечи. Целебный эликсир, большая порция. Вот так уже лучше. И теперь... Что у тебя есть? А, у тебя ни на что нет ОС. Давай тебя тогда... Ой, блин, точно не шатает. Мне уж ответный удар. И четвертый уровень кровотечения. Так. Ну давайте я тогда уже. Раз мы ничего не можем. Удар в спину. Ух. То есть вот этот удар в спину у нас просто может с одного удара всех их сбрить. Так, ты, пожалуйста. Так, так, тихо, нет, не то. Ты себя должен подлечить. This, right? А кровотечение он никак не снять себя не может, нет? И да, вот, пожалуйста, товарищи. Еще подлечите у меня вот этого. И молот Баттерс. Давай. Ух! Ну и давайте... Так, у нас осталось еще ОС? Нет, у нас даже ОС на способности не осталось. Давайте тогда... Добьем вот этого говнюка. И остался последний. Так. Я даже не знаю, что с тобой делать. Как-то вот надо твое кровотечение вылечить. Нет, нам, пожалуйста, не цель, не цель, не цель. Нам вот этого пацана кровотечение. Описание. Эффект суммируется до 5 раз. Ладно, давай тогда произведем атаку. Ух. С одной тычки. То есть, на, вот надо было его атаковать тоже. Что сейчас нужно собрать, ребят? Деньги. 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 Ой, воскрешающий эликсир, кстати, тоже. Полезная штука. Эликсир силы. Все. Пойдем в Атерс. А, нам вот на ту ли улицу-то мы пришли. Давайте посмотрим. Да, тут еще вверх пройти до магазина. Вполне. А, кстати, да, вот эти снеговики, они мне кое-что напомнили. Нет, все нормально. То есть, видимо, в них из одного из такого снеговика выскочил флажок. А нет, и снеговика вот эти парни. Ага. Все. Открыли доступ. И теперь куда нам? А, ну и теперь мы можем подняться вверх по улице. И пойти, да, можем вот так. Так. Вот ты мне не нравишься, парень. Чтоб засад тут не... И на нас нападают опять. Так, пожалуйста, не убивай меня, приятель. Так, ОС у нас восстановилось. Давайте удар в спину. Вот по этому пацану. Не, кстати, он выстоял. Даже как-то интересно. Так. А, только этого можно ударить. 45. Так, позиция для ответного удара. Так, кровотечение. Нет, ни у кого нет, отлично. И что мы можем? Давайте луком отстойности их поразим. Вот этот он все равно. Почти докапал, так. А мы вот в тот раз не так применили. Жми А. Ёп! Уху-ху! Ух. Это было больно. Так, псих тоже что-то можно поднять. Деньги, целебный эликсир. Понятно.
Так, мужик, к тебе не буду ходить. Так, собственно... А, нет, нам к нему и надо. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look, I've detected some very strange activity in this area. Какую-то очень странную деятельность в районе. Man-Bear-Pig. Yes, the Man-Bear-Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now. But don't give it out to anybody. I'm... Так, понятно. То есть квест, по сути, был бесполезный. Так, а, да, вот, кстати, что по заданиям? Не Team Express, нам нужен созови лучших. А, все ясно. То есть мы вообще не туда пошли. Этих мы добили. Ну, тогда, я думаю, меньше будет проблем у нас с вами. А, точно. Здесь же где-то был Тимми Экспресс. Он, да, вот, на той стороне улицы он был. Им можно воспользоваться. Так, где у нас доступен? Сюда, пожалуйста. Вот судя вот по таким картинкам, которые возникают на загрузке, я думаю, что... А? А можно еще дальше? Мы вроде еще открывали. Где-то здесь, да, вот здесь стояночку. Судя по картинкам, то есть герои со временем станут все интереснее. Поехали, здесь вот мы четырех добили уже. Это девочка какая-то. Тебе нужно больше друзей, чтобы со мной подружиться. Так, а далеко мы от нужного дома-то? Да, так далековато. А эльфов не видать, все. Так, опять не то. Так, с тобой можно поговорить? Будь плохим парнем. Побей других парней. Так. Здесь у нас что? Вроде ничего. Ага. Вот снеговиков я буду разбивать, они мне не нравятся. Флаги быстро перемещены. Так, куда мы дошли? Ой, в итоге мы проскочили. Да, ориентировка поместит на такой коричневатый дом. Вот он. Он же. Так, я что-то не понял. Да, вот он. Но на карте он почему-то у нас не так отображается. Так, а что у него в гаражике? Хрень его в гаражике. Куда теперь прикажешь двигаться? Скорее всего, в школу. А школа у нас где была-то? Здесь что? Нет, это Челмдасвин. А нам это созови. Да, созови лучших. О, попробуем добраться побыстрее. Вот этот парень же на нас как-то подозрительно смотрит. Музыка довольно приятная. Так, с тобой можно уже подружиться? Нет. Еще нельзя. А, ну и мы и туда можем спокойно уже переходить же. Угу. А его я уже, кстати, разбивал, по-моему, вот такого снеговичка. Так-то, ага, эльфы. А их еще и обходить можно. Так, и вот туда нам надо уже, вверх по улице.
То есть, как я понял, они постоянно заново будут появляться, эльфы, и полностью зачистить локацию не получится. Ты брос в кофе. Тошнота наносит урон в течение некоторого времени, а также замедляет исцеление. Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Так, ладно, с ним поговорили. Нам нужно быстро выполнить задание, которое нам дал наш друг. Так, вот он, Твик. Здорово, Твик. Так, квитаться Твинка. Давайте по квестам посмотрим. А, так, горячий кофе. Тимми Экспресс. Ну, значит, куда нам? Домой Кенни. Желательно до туда побыстрее добраться. У нас здесь как раз есть место для телепортации. Быстрое перемещение, можно сказать. Так, открываем. И быстренько, быстренько. Угу, парни. А, не получилось. Точно там же они нас подловили. Ответный удар у него готов уже. Ой, попал, гаденыш. Так, нет, я, пожалуй, применю свою особую. Короче, на 56. Ох. То есть больно уже стало. Способности. Давайте сразу опять молот бурь, как мы уже с ними сделали. Бонус к атаке у пацана. Господи. Так. Нет, думаю, это вот будет уже не то. Так, нет, у этого ответный удар уже готов. Давайте луком отстойности его поразим. Так, у него опять ответный удар. Так, ОС у нас не хватает. Давайте подлечимся тогда, что ли. А то кровотечение, ну, как бы двумя стаками, это вот опасно уже. Я даже не знаю. Ну, давайте. Попробуем атаковать. Угу. Угу. Получили. Так, один скончался. А, ну и все. Давайте специальная атака вот этого добьем. Ударом в спину. Раз, два, три. И готов. Собственно, постепенно клинки прокачивают. Так, с парней опять можно кое-что поднять. Снеговик. Тебя надо разрушить. И куда-нибудь сюда. Да, вот здесь у нас было быстрое перемещение. Куда ты нас привезешь? Друг, давай домой к Картману. Хотя бы сюда. А, здесь хотя бы мы сможем побыстрее добраться до Кенни. Я, собственно, меня спрашивали на личной почте канала, обязательно ли смотреть мультик, чтобы понимать, о чем речь. Нет, в принципе, не обязательно. То есть вы и так вполне можете понять, что тут да почем. Там эльф сидит, кстати. Что тут да почем, просто лучше будете понимать. О, парень меня добавил в друзья. 7 друзей. Особый умение. Ой, так это что?
Способности нам доступны, нет? Вот, особое умение какое-то. Защити мои яйца. Тебе значительно меньше урона. Мальчик растет. Ага, как с гуся вода. Так, ну понятно. Пироманьяк, снайпер, тролль. Больше лузов, ты наносишь больше урона разъяренным врагам. Hasta la vista. Ну, даже не знаю. Ну, давайте максимальный запас здоровья повысим с вами. А что можно еще? Понятно. Так. Поехали куда? Это железная дорога. А, да, и, собственно, вот он, дом Кенни. Ох. Броня позволяет получать меньше повреждений. О, господи. То есть еще и с обычными гражданами надо драться. А, переключаться нельзя. Ну ладно, давайте. Удар в спину. Давайте вот по этому. Ох ты, 122 здоровья. Это ж офигеть. Так, он сколько? В ближнем бою. Ну, давайте вот так как-нибудь. Вот у него. Ух. Мощно. Так, теперь мы, собственно, давайте опять ударом в спину. Только на этот раз вот этого говнюка. Он мне мешает. То есть, вызывая кровотечение, они побыстрее как бы и подохнут. Так, а, на это у нас способности нету. Давайте молот. Его добьем молотом. Ух. Блин, да у него осталось 16 хп, лол. Такого не бывает. Так, блин, я даже не знаю. Так, давайте. Способности нету у нас. Тогда кинжалом разбойника. Вот этого добьем. Он какой-то сверхагрессивный. И молотом Баттерса. Вот эту. Бабища, она меня бесит. Пропускаем пару атак. Так, и этот сдох. Давайте кинжалом разбойника. По ним сильно атачку. Отлично. Витаминчиков добили. Так, что у них есть? Использованный шприц. Тут еще мужик лежал. Вроде как. Ай-яй-яй! Ух ты! Что у тебя есть? Шприц использован. Это нам не надо. Это все хорошо, но это нам не надо. Так. Что здесь? А. То есть тут и такие небольшие, ну небольшие, но головоломки присутствуют. Пакетик с чем? С метамфетамином. Лол, ну это не смешно уже. Рели. Тут можно подняться как-нибудь, нет? Тогда спустимся по-обычному.
Мне просто интересно, зачем владельцу кофейный мед? Так, так, здесь... А, драк еще и избегать можно, ага. Так, крысы. Понятно. Бежим, собственно, домой назад, ну как домой. Так, угу. Раз у нас тут открыта таксишка, то давайте переместимся, куда нам. Сюда надо. Очень помогает вот эта фигня, то есть можно побегать по городу, в принципе, думаю, может... В следующей серии этим и займемся. Пообновляем задание с вами. Эльфы. Что-то их нету больше здесь. С тобой нельзя поговорить? Нет. Какая школа, девочка? Тут палка истины пропала, тут возвращать надо. А мы все. Школа, какая-то школа. Так, надо парню заказ отвезти. Так, спасибо, но мне надо. Теперь понятно, что за секрет в кофе. По тайной варочной. Так. Что теперь? Покажи мне на карте следующий квест. Но, думаю, им мы займемся в следующий раз. Спасибо за внимание. Вы были на просторах развлекательного канала Game Time. С вами был Иван Милованов. Мы проходили Южный парк, Палку Истины. Всем пока.